деревне Старая Водва сегодня насчитывается и проживается 150 местных жителей, 93 двора. Но в летний период здесь скапливается городское население. Это уроженцы деревни Старая Водва, это новые жители, которые приобрели здесь дачное домовладение. И население само по себе, оно утраивается. Здесь красивые природные места. Вот посмотрите, какое красивое здесь озеро. Здесь берет истоки берет река Лохва. И вот, видимо, взаимосвязь есть, вот это вот и название Лохва, Водва, как-то вот это красивое озеро. Здесь постоянно много рыбаков, люди приезжают сюда с города, отдыхают. И вот как-то вот, видимо, сама аура вот эта вот, то ли вот это вот природная доброжелательность людей, оно вот как-то всегда располагает и всегда какое-то приятное ощущение и состояние души от этого. Давайте знакомиться. Как зовут? Богдан. А тебя? Игорь. Что здесь делаете? Бабушку приехали навестить. Ага. Бабушка заболела так. Ох, жарко. Жара стоит? Угу. Отъезжаем! Кажется, каждый человек, где живет, он любит, конечно, свое место, своих людей. А я же... Это деревня, это как маленькая семья, как бы сказать. И ни один дом у нас не пустует. Потому что природа красивая, вы сами проедете там, посмотрите. И дома отстраивают, родительские дома. Тоже никто не покидает. Ни один дом, короче, не пустует. Живем как можем, короче, все. Дюки ходят по забору. Скалолазы. А? Как они со мной разговаривают, а? Умеешь ты вести диалог. Меня зовут Евгения Николаевна. Всю свою, как говорится, сознательную жизнь я отработала у колхоза «Заря» местном. Здесь родилась, здесь и пригодилась. Это мои внуки. У бабушки свежий воздух. Любим помогать бабушке. Ого, работящие. Тю-т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 ю
давно. Як яны. Тихонько, тихонько, всех собирай. В старой Водве мы поселились 8 лет назад, благодаря моему коллеге по работе. Приехал, посмотрел. Деревня мне очень понравилась. Живая деревня, соседи очень хорошие. Все совмещаем. И отдых, и труд. Без труда ничего не получится, поэтому приходится работать часто и в огороде. Ну, конечно, и время для отдыха находим. Любим собирать старые вещи. Очень любим, потому что приезжают дети, очень много с России детей сюда летом приезжают, в нашу деревню, с Мурманской области много приезжают. Для них это все экзотика. Ну, самовар еще действующий. Самовар действующий? Действующий, старинный действующий. Ну и чесалка для кролика, наверное. Не знаю, не знаю. Еще применения мы не нашли пока. Вот, вот, вижу. Ты побегай вокруг.
Тяни его в другую сторону. Ну, такой он у вас характером, я смотрю. Познакомь нас. Это Толик. Откуда у тебя такой друг? Папа привез. И вот ты с ним так и на поводке гуляешь? Да, прогуливаемся. Они такие милые, пушистые, с ним так весело играть. Ну, когда иногда есть время, когда, ну, нечего делать, жарко, так сядешь теньки на траве, их возьмешь и гуляешь там, смотришь за ними. Юра, встреча на Эльбе. Ага, получил? Пальма, ты ешь клубнику со сливками, со сметанкой. Приблудилась к нам такая собачка-девочка. Назвали мы ее Пальмой. Всем понравилась, ласковая. Воспитанная. Ну вот не можем найти хозяина. Никто не хочет брать. Себе оставить не можем, так как зимой мы здесь не живем. Ну вот, может, кому надо. С удовольствием бы отдали в хорошие руки. Ласковая, послушная. Все команды понимает. Вот такой вот симпатичный песик. Старого Два вам нравится? Ну да, конечно. Красивое озеро здесь. Леса, правда, нету поблизости. Ну, поля красивые. Вот. И деревня сама старинная. Ну вот, это наша церковь. Советская власть стала, ее закрыли. А после закрытия стал клуб. И что, там танцевали? Танцевали, приезжали артисты, выступали. И гармошка играла. Значит, когда война началась, нашелся староста церкви и батюшка, и собирали всех, кто что, полотенцем, виконку, и открыли ее, и во время немцев еще служение было, венчались. А после войны опять закрыли? И сразу тогда и закрыли. Хоть она и разрушена в годы Великой Отечественной войны, но сюда люди приходят, не забывают ее. Все время на каждую службу приезжает к нам батюшка. Вот, ведет службу, приходят женщины. Скажите, что вы чувствуете, когда вы здесь находитесь? Ну вот вы знаете, что вот когда приходишь, тяжело на душе. Как-то зайдешь, постоишь в этих стенах, и как-то вот все уходит, забывается все. Так? И вот небо под этим куполом, под огромным, так, вот кажется, что и мир краше. Вот, и на душе как-то вот лучше. Ждет нас. Я как приехала с Чернобыля, мне здоровье было подорвано, во-первых, и зубы, и все. Ну а здесь я, видите, жила, я занимаюсь земледелием, и мне это радует. И дети приезжают, помогают. Что есть особенного в этом месте? В этом? Ну, это мой уже райский уголок оказался. У меня родины нету, там уже зарили нашу деревню, все, это уже новая моя родина.
чтобы радоваться каждому дню, детей растить, внуков смотреть. В этом смысл жизни. Работать. А что, если сев на лавочку, усядь на лавочку и ничего не делай, сразу ты почувствуешь, здоровье будет ухудшаться. А так и работаю. И все-таки здоровье. Чувствую себя хорошо. 63 года нормально себя чувствую. И всем желаю это. Вот и смысл жизни. Трудись, живи и радуйся.